Всем привет, с вами Информ-ТВ. Алсу вынуждена была прокомментировать слухи о своем новом мужчине после откровения адвоката своего мужа Яна Абрамова, с которым она находится в процессе развода. Несмотря на ожидания, что певица будет избегать публичности, она активно посещает светские мероприятия и, мало того, не боится общаться с журналистами. Видно было, что заявление артиста очень сильно ее расстроило и разозлило. Когда журналисты ей позвонили и спросили о слухах, касающихся нового романа, Алсу дала четкий и хлесткий ответ, опровергнув все домыслы. «Некоторые люди вводят в заблуждение. Я была во Франции, действительно отдыхала там с детьми. Прекрасно провела время. Я еще пока замужняя женщина и не смотрю по сторонам. Мужчины на меня всегда смотрели и смотрят. Спасибо. Сердце свободно», – заявила артистка. Таким образом, она не только опровергла слухи о своей якобы бурной личной жизни, но и тонко уколола Абрамова, в отношении которого ходят слухи о романе с Анастасией Решетовой. Слухи о новом мужчине Алсу появились на фоне неприятной истории. Его адвокат Александр Добровинский намекнул на бурную личную жизнь певицы, заявив, что после летних поездок Алсу, цитата, «стало понятно, что у госпожи Алсу своя собственная личная жизнь». Хотя конкретных деталей он не раскрыл, это заявление лишь усилило интерес общественности. А как вы считаете, правильно ли Алсу сделала, что опровергла все? Пишите в комментариях. Спасибо, что были с нами, ставьте лайки, подписывайтесь. Удачи!